Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик про NextRP. Как помните, недавно я и выпускал видосик еще. Была акция, это календарь подарков, где вы могли каждый день заходить в игру и получать определенный подарок. И в конце, получается, на 14-й день вам дается бесплатный кейс. Это кейс сотка, где вы можете получить любую машину бесплатно. Так вот, я открывал три кейса таких, то есть на трех серверах. Мне упало вот такие вот призы. Сейчас вы увидите откаты этих призов. Так, после этого, получается, захожу на московский, чтобы пополнить свой лицевой счет бизнеса. Хочу доспавнить свою машинку, которую я выбил, получается, с кейса. А ее нету. Как так-то получается? Сейчас я вам ставлю моменты, где я заходил и на московский, и на крымский, и на, получается, уральский, и где тачек не было. Зашли мы на московский сервак, проверяем, есть ли у нас машинка на московском. Закрываем все вкладочки наши постоянные. Телефончик достаем, эвакуация. Машина, получается, ВАЗ-2112 и BMW, которая была у меня. А где, простите, пожалуйста, моя, получается, машинка, которая мне упала Nissan? Большой вопрос. Хорошо, переходим к следующему серверу. Так, и вот теперь мы на уральском сервере, где я открывал кейсик. Я даже не выходил, смотрите, получается. Так. Открываем все вкладочки, заходим в телефон, эвакуация. ВАЗ-2107. А где моя Subaru Impreza, которая у меня упала? То есть их забрали. Какого хера их забрали? NextRP. То есть NextRP делает сам такую акцию, а потом через несколько дней забирает эти машины? Либо это баг. Но для такого проекта, как NextRP, такие баги — это недопустимо. Как бы только мнение сложилось, то что NextRP не такая уж и донатная подача, как они делают, то вот такую херню. То есть сначала дают бесплатные машинки, а потом забирают эти тачки. Лада там у меня, это они выпали там Subaru Impreza, Nissan, как бы мне эти тачки наплевать, я даже не буду писать поддержку за эту херню. Это на их совести будет. Но игрокам, которые, допустим, только начинают играть, либо кому эти тачки очень нужны были, а как они будут делать с этим? Да, понятно, это можно писать поддержку, там разбирательство и так далее будет. Но зачем это делать, если можно было этого всего обойтись? Это не только было на кейсе сотка. У меня друг открывал кейс, назывался он Монте-Карло, если не ошибаюсь. И оттуда он вывел камеры 3.5. Кстати, я этот момент тоже вставлял в видосе. Ему упала эта тачка, и через 3 дня у него тачку эту забрали. Вернул ее, не вернул, я не знаю. Это я у него интересовался. Но для такого Next, блин, проекта такого, такие баги допускать, либо это они сами сделали так специально, неизвестно. Вот такой получился, получается, у меня видос. Я высказал свое мнение. Пишите комментарии, пропали ли у вас тачки с кейса сотки этого. Сколько пропало тачек, сколько вы открывали этих кейсов, что вам все упало с этого кейса.
Ну и пишите также, если вы написали поддержку, вернули ли вам эти машины или нет. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки. Ну и подписываемся на канал.